И всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем проходить игрушку Френбол. Я надеюсь, мы ее скоро уже добьем. Ну, если не сегодня, так завтра, это точно. Сейчас 2.36, у нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Френ? Я бы радовалась, если бы лучше понимала реальности. Скоро ты поймешь. Ответы не так легко распознать. Как по мне, звучит очень странно, сэр. Время течет, как должно, чтобы ты была жива. Давай, крути педали. Кстати, велосипед. Очень интересный момент. Если бы все произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась. Вы хотите сказать, что ответы, которые я ищу, придут ко мне, когда захотят? Не совсем. Знаешь что? Я бы сказал. В течение времени ты должна испытывать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут тогда, когда ты их найдешь, а не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, я понимаю. Что ж, теперь я рада, что вы пробудили во мне любопытность. Это лучшее, что ты можешь сделать. Будь любопытной, будь всегда любопытной и удивляйся. Давай быстрее, нужно заняться делом. Разговоры не доставят нас домой. Давай быстрее, блин. Каким делом, сэр? Машина нуждается в ремонте, и я думаю, что ты отлично с этим справишься. Вот огонь, ягоды и вода, что ты собрала. Они понадобятся тебе для починки водяного насоса и синтеза топлива. Всю необходимую информацию ты найдешь в помещении Солела. Но ты вольна ходить в любое помещение, какое захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. Если у тебя возникнут вопросы, я буду здесь. Увидимся, лошара. Вот он, механический кот. Интересно, что подсчитывает эта машинка? О, туфли. Это ж король Жьяр. Я узнаю его. Эта лампа выглядит как чайник с вилками и ложками. Ахалай-махалай, дверцы открывай. Так. Посмотрите на этот беспорядок. И Творд не слышал о гигиене. Точно. О. О, так, 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 так. Что тут у нас? Я понял. Че, химичить будем? Ага. Посмотрим. АФМ отсутствует. АФМ это вот, скорее всего, да? Ни хуху себе. Что внутри тебя, бутылочка? О. Так. Вот эту возьмем. Замечательно. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла уделить тебе немного любви. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла тебе уделить немного любви. Намеки о том, что ей не хватало любви. Так. Ага. Чего? Так.
Ух ты, ёперный ты балет. Ой, изолента. Молотки нам не нужны. Походу, и твёрту очень хорошо. Так, а тут что у нас? О! Вот это газовая колонка. Такой газовой колонкой когда-то давно я и пользовался. Так, сюда, наверное, по-любому воду. Да, смотри-ка, сюда воду. Так, это прокапывает. Давайте заклеим. Изолента и скотч всегда должны быть под рукой. Всегда. Так, значит, сюда. Теперь спычечка. О! Поехала бальбеха. Ну. Да, тут все мы в порядке сделали. Так. А тут? Значит. Ага, значит, в первую колбочку А18, вторую 2ПФ, а потом Р15. Первая колбочка А18. Во вторую 2ПФ. Р15, правильно? Р15, потом Н166. А вот Н1. Вот. А сюда? Вот. О! Я молодец. Более чем огурец. Надо чуть-чуть встать, чтоб меня было лучше видно. Вот так вот. Меня лучше видно. И... Ну, а. И что? А18, 2ПФ, Р15. А18, 2ПФ, Р15. Чё дальше? Так. А18 это к этой комочке, Р15 к этой, да?
Ну. Подожди, зеленая. Правильно? Зеленая это А18. Ну все правильно. А где, а куда трубку-то пихать вот эту? Ах, вот оно в чем дело. И тут еще что-то должно быть. Так. Вот она синенькая, да. У меня синенькая же, да, вот она из А18. Да, синенькая из А18. А18, вот она. Вот. Ну. А18, 2ПФ. Р15. Чё дальше? Короче, надо было Н166 чуть-чуть побольше лить. Да, то самое. Всё прекрасно работает. Так, мы тут всё сделали. Мы тут молодцы. О, вот и тверд. Френ, я наконец-то смог починить автопилот. Тебе нужна помощь? Думаю, у меня тоже все получилось. Я сделала все, как вы меня просили. Очень хорошо, Френ, похоже. Все прекрасно работает. Да, все выглядит просто великолепно. Нам теперь есть что делать, сэр? Что ж, я хотел узнать, боишь ли кроликов? В одной из комнат есть маленький кролик, и я сильно его боюсь. Ты поможешь мне избавиться от него? Кроликов? Думаю, зависит от кролика, сэр. Учитывая все, что я видела, я не могу представить лишь один вид кролика. Это шоколадный кролик или рогатый с глазами убийцы? Тебе нужно увидеть самой. У этого розовый нос и синие ботинки. Он там просто сидит. Не моргает, не шевелится и постоянно пялится на тебя. Звучит очень страшно, сэр. Покажите мне его, я никогда не... Давай быстрее, серьезно. Столько соплей. Идея у игры очешуенная, но столько соплей. Невероятно. Так, отлично, идем. Вот, видишь, он просто сидит там. Разве это не странное поведение? Как по мне, это просто игрушка, сэр. Она не будет двигаться. Не могла бы ты наладить с ним контакт? Я не осмелюсь его трогать. Хорошо, сэр. Я возьму кролика и покажу вам, что здесь нечего бояться. Не возьми погладь кролика, тварь. Видите, это просто пушистый кролик. Здесь нечего бояться. Ахах, ты права, Френ, здесь нечего бояться. Что? Не уходите, мистер Полночь, это не смешно. Это не смешно, вообще ни разу, не смешно. Ах, ах. Лампочка. Единица, четверка, двойка. Дайс. Пятерка. О, морковка! Морковка! Класс. А что я взял? Батарейку? Ни хрена себе. А ты меня не сожрёшь?
Ой, механический кролик. Злой или голодный? Или то и другое? Походу он просто голодный. Так, тут ключом, да? Ага. Тут загаденька обыкновеннус. Так, ну тут. Ну вот, батарейка на месте. Да, все заработало. Ой, материнская... Матерь божья, так это ж материнская плата. Система ЭКМОС. О, да. 9 эвне. Оттен 8. С 6. Оттен. Ага, 9 8 8 6. Где-то надо записать 9 8 8 6. Сейчас это по-любому пригодится. Тут блокнотик. Девять, восемь, восемь, шесть. Так, ну чё? Вжух! И мы поехали. Оу. Вы ли это? Ох ты, ёперный балет. Не, серьезно, иногда аж прям мурашечки пробегают. По этим самым, по жилочкам. И чё? В эту сторону, да? 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 8 3 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 3 5 6. Заперто. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А, это кнопка сброса. Вот так вот. Так, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Потом восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Не понял. Ага, я понял. Ну-ка, пожри. 5. А, понял, понял, понял. Так, смотрим. Первое. 9. В эту сторону. Да. 9 в эту сторону. 8 в эту сторону. Потом. Восемь в эту сторону. Другую, да? Шесть. Опять же, в ту же сторону, что и вторая восьмерка. И пятерка в ту же сторону, что и шестерка. Но это 5. Шнек, Шенк это 5. А вот подсказоньки. 1, 2, 3, 4. 5. В каком порядке? Значит, смотрим. Единичка. Восьмерка. Это... Восьмерка. Это единичка. Единичка. Так, значит, вот троечка, это восьмерка, 3, пятерка это двоечка, это тут двоечка, шестерка это четверка. А пятерка это... Девятка. Вот. Я понял. Я понял. Заяц не дурак. Так. Ну теперь смотрим, правильно ли шифр. Так, единица 6 вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Двоечка. Нет, единица восьмерка. Я тупой. У меня все слетело. Значит, единица это восьмерка вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Двойка, пятерка в эту же сторону. Раз, два, три, четыре, пять.
Тройка, восьмерка в эту сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четверка, шестерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И пятерка, девятка в эту сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Во! Во как! Все правильно. Да. Однако. Чё так темно-то, а? Твою дивизию. Так и напугать можно. Сюрприз, Френ! С днем рождения! Вечеринка в честь дня рождения. Я думала, вы хотите убить мистера Полночь. Мы соврали, чтобы отвлечь тебя. Мне очень жаль, что нам пришлось тебя обмануть, мой друг. Мы хотели сделать тебе сюрприз, моя дорогая Френ. Присядь, поешь тортик. Ладно, ладно, спасибо, котик. Вы меня очень удивили. Спасибо вам, мистер Итверд. Сэр. Торт сделан из твоих любимых ингредиентов. Мистер Полночь мне о них все рассказал. И у нас есть кое-что особенное для тебя от всей команды нашего корабля. Это значит от всех нас, существ, рожденных естественно или вручную. Держи. Надеюсь, ты найдешь его познавательным. Вот это да. Мне нравится упаковка. Могу я открыть ее? Да, вперед, открой его. Котик. Ух ты, игрушечный кот. Большое спасибо, мне нравится, он красивый. Он может дать твоим глазам новое восприятие, знаешь, как ультрареальность. Именно это происходит, когда я принимаю таблетки, сэр. Я вижу ультрареальность. Ну, зависит от обстоятельств. Тебе нужны какие-то либо пояснения? Нет, я видела достаточно. Я понимаю, Френ, но помню, существует не одна истина. Время меняет все. Ты понимаешь, о чем я? Я не уверена, сэр. Думаю, возможно. У меня голова идет кругом. Ха-ха-ха, это от того, что корабль поднимается, то опускается. Задуй свечи, дорогая. Мы скоро достигнем цели. Вы имеете в виду, что мы вот-вот будем дома? Ты слышал это, котик? Да, мы вот-вот прибудем. Правда? Ух ты, как волнительно. Да. Ох, нет, 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 нет. Ой, ой, что происходит? Мистер Полночь, ты в порядке? Мрр, в порядке, но надеюсь, корабль не сломается. Звучит опасность. Френ, ты должна помочь. Мне снова нужно вести машину. Камал, Камал уничтожили автопилот. Один остался в живых. Ты должна от него избавиться. Как мне это сделать, сэр? Вода, вода очищает от грязи. Поспеши. И помни, он может скрываться от твоих глаз. Боже мой, котик, мне страшно. Мрр, мне тоже, моя Френ. Мы должны найти Камала. Очень надеюсь, что вода его уничтожит. Пойдем. Закидываемся таблетосами. Ух ты. Вы здесь, чтобы убить Итварда? Почему вы не хотите разговаривать? Пошла ты, типа. Привет, Мудилкин. Чайничек, мистер Чайничек. Едить тебя штырят. Вот он, Камал. Где мне воду взять? Вот ты где, гадость, разрушитель корабля. Так, где взять воду? Да. А, стоп.
А где-то должен быть кран. По-любасу. Прошу, сэр, мне нужна ваша помощь. Я не могу сейчас помочь, Фрэн. Я должен сосредоточиться на вождении машины. Но, сэр, я не могу найти Кама... А, ты, господи. Я могу найти Камалу, я не могу найти воду. Угу. А, вот. И как мне воду набрать? Массовое грозное оружие. А, вот, все, понял. Ага. Если я найду ключ... Так, ключ ты уже нашла. Ладно. Ну-ка, иди сюда, Камалина. На тебе, тварь. Ох, нет, он убегает. На тебе. А нет. А, вот так вот, да. О, не нравится. На тебя. О, как. Кажется, я наконец избавилась от Камала. Я лучшая. Нужно... Вернуться к Этверду. Да, вернись к Этверду. Все, харе. Побыли под таблетками и хватит. Ой-ой-ой. Этверд, сэр, у нас получилось. Камала исчез. Он не исчез, да. Но слишком поздно, дорогая. Я не могу доставить тебя домой. Мы снижаемся. Нет, прошу, не говорите так. Это нечестно, нечестно. Я всегда буду заботиться о тебе, моя дорогая. И корабль падал, пока не разбился. Все было уничтожено. Конец. Но это очень грустный конец, Эдвард. Расскажи мне другую историю, пожалуйста. Хорошо. История обо мне и Фрэнбоу.
История маленькой девочки о том, как она обещала никогда не забывать про меня и про магию. Хи-хи-хи, я обещаю, Эдвард, я никогда тебя не забуду. Хорошо, а теперь пора спать. Жди меня в своих снах, мой друг. Глава 4, часть 2. Предписание доктора. Ну, здравствуй, Бэмби, тебя не подстрелили? Эдвард? Ох, котик, мы живы. Мы пережили крушение. Неужели? Да, мы живы. Походу, на велосипеде ехали. Но Эдвард пропал. Он привез нас домой. Мы за городом, Френ. Я чувствую это. Ты уверен, котик? Мы в самом деле дома? Я думал, ты будешь счастлива это услышать. В чем дело, мрмяу? Просто мне интересно, где Эдвард. Я бы с ним хотела пообщаться, попрощаться, вернее. Может, ты примешь таблетки, чтобы уйти его снова? Да, котик, но я уже приняла все таблетки, видишь, банка пуста. Так или иначе, мы пойдем домой. Может, и Твёрд навестит меня когда-нибудь. В твоих припадках. Красный велосипед. Это велосипед и Твёрда или мой? Твой, походу, твой, деточка. Да, это реально город. Боже мой, это наша улица, котик. Туманная улица. Да, верно. Здесь написано Туманная улица. Тогда мой дом в той стороне. И вот мы здесь. Дом выглядит более серым, чем я его помню. Что ж, надеюсь, тетя Грейс будет рада меня видеть. Кактус. Фу-фу-фу-фу-фу. Ой, простите, маленькие насекомые, не убегайте. О, я взяла ключ, Френ. Но я ключ не брала. А вон ты выбежала... Цветы мертвы. Очень жаль. Надеюсь, пройдет дождь. Я ничего не вижу внутри. Тетя Грейс, ау! Может, ее нет дома, дорогая? У тебя есть ключ, чтобы войти? Нет, у меня нет ключа. Так, подожди, у нас есть ключ. Давай найдем его. Блин, был же ключ. Да, очень странно, я нашел только записку. Теперь, чтобы попасть внутрь, надо разобраться, как открыть дверь. Фу. Ну хорошо, пожелай мне удачи. Ты сможешь, котик, будь осторожен. Побежал, побежал. Мистер Полночь, слышишь, котик, открой дверь. Походу, мистер Полночь — плод фантазии. Френ, не могу поверить в это. Ты жива. Но где ты была? Доктор Дир, я в порядке. Прошу, не отправляйте меня снова в клинику. Я уже давно тебя разыскиваю. Как ты сбежала? Я сбежала через желтую дверь, сэр. Почему ты не дома? У меня не было ключа, но мистер Полночь сейчас внутри. Он залез в окно на втором этаже, сэр. Мистер Полночь, разве не так зовут твоего пропавшего кота? Да, но мы нашли друг друга, сэр. Я могу спросить, почему вы здесь? Я приехал встретиться с мисс Грейс. Мне нужно сказать ей кое-что важное.
Кажется, ее нет дома, сэр. Что ж, возможно, так будет лучше. Тебе придется поехать со мной. Нет, я не оставлю своего котика снова. Подождем, пока он не откроет дверь. Я не верю, что твой кот внутри. Это невозможно. Я говорю вам правду, он внутри. С минуты на минуту он откроет дверь. Френ, взгляни правде в глаза. Твой кот умер. Ты должна пойти со мной. Прости меня, Френ. Я не хотел напугать тебя или навредить тебе. Просто я беспокоюсь за мистера Полночь, сэр. Вы заставили меня его оставить. Он в самом деле жив? Конечно, жив, сэр. Зачем мне об этом врать? Это неправильно. Знаешь, Френ, я был уволен из клиники, потому что слишком много знал. Я обнаружил вещи, которые пока не понял. Я действительно думал, что ты мертва. Взгляни на эти документы. В начале этой недели Мартин и Люсия Боу Даггенхарт были найдены зверски убитыми в своем доме на Туманной улице. Офицер полиции Марко Халма сообщил, похоже, что тела были идеально разрезаны. Ага, и Френ Боу типа замерзла насмерть. Но я не мертва, сэр, это все ложь. Я вижу. Также я обнаружил, что твое лекарство подменили. Ты принимала новый вариант дуатина. Я изучил его в лаборатории. Уровень эктопломатина был слишком высоким. Это не к добру. Эктопломантин создает дверь между сознанием и подсознанием. Дело в том, что высокий уровень эктопломатина делает дверь слишком широкой, что может создать большую путаницу в твоем мозгу. Большую путаницу в моем мозге? Я немного запуталась, сэр, да, но все же из-за новых вещей, которые я могу видеть и чувствовать... О чем ты, Френ? Я вижу ультрареальность, сэр. А также путешествую в иные миры. Ультрареальность, должно быть, это последствия дуатина, ничего более. Это не так. Если бы у меня остались таблетки, я бы снова вам показала. Это больше не нужно, тебе это лекарство. К тому же, это все в твоей голове, Френ. Все в моей голове, говорите? Может, я смогу это контролировать? Я имею в виду, что ты все воображаешь, вот и все. Я пытался рассказать маме правду, но папа и ей бы навредил. Не хочу, чтобы папа снова играл с ножом. Мои руки болят. Ох, ваш отец сделал вам больно своим ножом, доктор? Что? Кто тебе это сказал? Вы? Или вы не говорили, сэр? Я ничего не говорил. Боже мой, значит, это правда. Ох, пожалуйста, давай сосредоточимся. Но вы меня не слушаете, сэр. Мы должны узнать правду. Интересно, кто за всем этим стоит? Медсестры, Освальд, кто знает? Я знаю, сэр, это большой черный монстр, Ремор. Он забрал моих родителей и охотится за мной. Он хочет моей смерти. Ох, хотел бы я остаться в Этверсте с Палантрасом и Великим Волшебником. О чем ты говоришь? Пожалуйста, Френ, я серьезно. Я так и не попрощалась с Итвардом и Палантрасом. А мой котик совсем один. Палантрас, Итвард, пожалуйста, Френ. Палантрас — это доктор Этверсты. Он очень пушистое летающее существо, сэр. Итвард. Мой верный друг. Он привез меня домой на своей машине. Кажется, что ты живешь в сказке. Но не все было так хорошо, сэр. Близнецы погибли из-за меня. Я видела, как убиваю мистера Полночь. Также я видела маму с папой. Близнецы? Какие близнецы? Девочки, которые были соединены вместе. Соединены, говоришь? Это напоминает мне о деле Клары и Мии. Две девочки в клинике клялись, что видели существо по имени Эдвард. Эдвард, думаю, вы неправильно поняли, сэр. Он Итвард. Но что произошло с этими девочками? Доктор Освальд проводил над ними эксперименты.
Он сшил их вместе. В основном, чтобы посмотреть на реакцию ДНК. Но ничего не произошло. Спустя несколько месяцев они умерли, а их тела бросили в колодец. Это ужасно, сэр. Вы не можете меня снова отправить в клинику? Не волнуйся, не отправлю. Я взял тебя с собой, чтобы ты помогла мне. Может, мы найдем зацепку к тому, кто ответственен за все это безобразие. Спасибо, доктор. Возможно, Палантрас был прав насчет вас. Вы неплохой доктор. Вы просто старик, следующий правилам. Следующий правилам? Что ж, только не сегодня. Мы на месте. Но это кладбище, сэр. Что мы здесь делаем? Увидишь. Пойдем, следуй за мной. Опа. Так, ну это мы читали. А вот и Фомочка. А Фомочка-то хороша. Так, ладно, Фомочку взяли. Она нам по-любому пригодится. Ух ты, здравствуйте, каменная женщина. Вы спите? Ага, вечным сном. Это место упокоения твоих родителей, а также твое. Почему вы привезли меня сюда, сэр? Простите меня, Френ. Прости меня, Френ, но такова правда. Твои родители были убиты. Зная, кто их убил, мы сможем сделать все правильно. Что вы подразумеваете под правильно, сэр? Если мы найдем виновных, мы восстановим справедливость, используем закон, чтобы наказать и предотвратить подобное поведение впредь. Я понимаю, сэр, и для чего вам нужна моя помощь? Чтобы найти улики и доказательства? Нам нужно открыть гробы. Хорошо, сэр, я помогу. Может, смерточерви уже приходили? Кто? В любом случае, нужно найти лопаты, чтобы копать. Я пойду налево, а ты можешь пойти направо. Отличная идея оставлять девочку маленькую одну на кладбище. Да, именно. Особенно после психушки. Именно, да. Шикарная идея. Да, доктор Дрин, скоро увидимся. Просто конгениальная идея. Застряла. Должно быть, это кладовка с лопатами. Так, у меня есть волшебный, блин, ломик. Ты должен вести себя тише, Фабио. Ой, я не Фабио. Привет, малышишка. Что? Боже мой, великан. Ох, прошу, не бойся, я не причиню тебе вреда. Не думал, что великаны нас могут видеть. Мне приятно познакомиться. Ты должна себя вести... Так, да, дальше, дальше. Ох, прошу, не бойся, я не причиню тебе вреда. Не думал, что... А, большие глаза. Думаю, это потому, что у меня очень большие глаза, видишь? А, понятно. Кстати, я Себастьян, собиратель пламени. Собиратель пламени? Звучит интересно. Прямо сейчас мы пытаемся найти немного блестящей кожи. Нам нужна для... брачного обряда. Ох, это довольно интересно. Блестящая кожа. Да, раньше мы использовали человеческую, но смерточерви захотели ее обратно. Поэтому мы ищем что-то более искусственное. Что ж, надеюсь, вы сможете найти. Себастьян, не окажешь мне услугу? Зависит от услуги, гигантская мисс. Я подумала, можешь ли ты открыть мне дверь изнутри? Это я могу, но мы могли бы помочь друг другу. Принесите мне кусочек кожи, и я открою дверь. Договорились? Но где я могу кожу? Я, кажется, знаю, в машине. Полюбасу. Прости, чувак. Твоя обивка во благо пойдет на благое дело. Как говорится, благими намерениями выставлена дорога в ад. Прям такое.
Ух ты, спасибо, гигантская мисс. Наше племя пенезиусов будет счастливо. А теперь я открою дверь секундос. Шлеп. Ой, ты в порядке, Себастьян? Себастьян? Я в порядке, мисс, да. Хорошо, что... Что ж, спасибо, что ты открыл дверь. Не за что, гигантская мисс. А, Фабио. И Фабио такой, боже мой. Ох, мне нужно идти, мисс. Доброй ночи. А внутрь зайти не можешь? О, а вот и доктор с лопатой. С двумя лопатами. Красавчик. И девочка будет тоже копать. Ну, теперь нам можно... Нам нужно чем-то открыть. Я-то и забрала. Нет нужды, Френ, но тебе будет оказано... Хорошо, сэр, я открою их. Открывай. Значит, Коте мертво. Как и Папан и Маман. Ее. Ты видишь что-нибудь, что могло бы приблизить нас к убийце? Нет, сэр, мне очень плохо из-за всего этого. Также этот мертвый кот не мой, они врут. Фред, я говорил тебе, твой кот пропал. Возможно, это действительно твой кот. Этого не может быть, сэр, я нашла своего котика, поверьте мне. Отвезите меня домой, я вам покажу, пожалуйста. Позязя, позязя. Хорошо, Френ, я отвезу тебя обратно. Я позабочусь об этом позже. Нужно идти. Какие улики? Да. А закапывать кто будет? Опа! Ремор. Растворился в руках тьмы. У тебя нет никаких манер, я больше не боюсь тебя. Я забрал у тебя свет. Кого ты любишь, кого уважаешь, и кого... и того, чьей любви ты желаешь. Бедная, павшая духом дитя. Дом безумия внутрь зовет окунуться. Если хочешь найти тех, кто любит тебя, в темноте ты должна быть готовой очнуться. Очнись, Френ, очнись! Дом безумия, глава 5. Тетя Грейс, это ты? Милая моя, наконец-то очнулась. Ты дома, дорогая? Я дома, правда? Как же это здорово. Я так рада тебя видеть. Пожалуйста, обними меня. Скоро, скоро, моя милая. А где мистер Полночь, твой кот? Он сбежал сразу после того, что сделал. Что? Он сбежал? А что он сделал? Твой кот убил мою сестру и твоего папу. Он предатель. Неправда. Этого не может быть Это не может не быть правдой. Это не он. Неважно, правда это или нет. Нам нужно свалить на кого-то вину. Разве нет? Но ты не можешь винить мистера Полночь. Он мой лучший друг. Не проще ли обвинить кого-то другого, чем взять ответственность за себя? Я всегда буду нести ответственность за свои поступки, даже если они хорошие. Какая хорошая девочка. Отдыхай, моя дорогая. Отдых тебе понадобится. Но тетя Грейс, не оставляй меня. Почему я прикована к кровати? Потому что твои руки делают плохие вещи, когда они свободны. О чем ты говоришь? Освободи меня сейчас же. Я должна найти мистера Полночь. Милая, светлая крошка Френ, не беспокойся о лжи.
Охотник за правдой умрет, ведь зло не будет скрываться. Милая добрая кружка Френ, ложись спать, крепко спи, забудь обо всем. Не дай боли остаться, ты избрана плакать, страдать, ненавидеть, и выбора нет совсем. Избавить тебя от кошмара тьма рвется, так спи же ты крепко, моя крошка Френ. Так, на этом на сегодня мы заканчиваем. Увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на паблик ВК, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, шамкайте, оценивайте что-то. На канале будет еще куча всего интересного. Пока-пока. Бип-бип.